Десятое королевство. Меня зовут Вирджиния, и живу я на краю лет. Почти настоящего. Мой отец дворник, и поэтому мы поселились в квартире на окраине Центрального парка. Возможно, вы скажете, что не очень весело жить вместе с отцом. Возможно, вы правы. Но ведь я... Это все, что у него есть. Я постоянно мечусь между своими бойфрендами, так что... Я всего лишь официантка в гриль-баре, парке. Но когда-нибудь я найду партнера и открою свой собственный ресторан. В общем, мне нужен хороший человек, разбирающийся в еде. Вот, посмотри. Выдрали провода. Это работа электрика. Но кто ее сделает, кроме меня? Куда ты собралась? На работу, папа, как и каждый день. Когда вернешься, на всякий случай поднимайся по лестнице. Мемориальная государственная тюрьма Белоснежки. Четвертое королевство, 6:02 вечера. Кто здесь? Отдаленная провинция, четвертое королевство, 6:03 вечера. Куда же мы все-таки едем? В Динтаун, южную окраину вашего королевства, сэр, чтобы забрать трон, изготовленный мастерами для вашей коронации. А еще дальше нельзя было придумать, когда я смогу поохотиться? Терпение, сэр. Мы должны ненадолго остановиться в тюрьме Белоснежки. Ненавижу дальние провинции. И это быдло, которое здесь живет. Ваша мачеха вновь подала прошение о помиловании, в чем мы, естественно, ей откажем. Это всего лишь рутинный визит вежливости. Прекратите! Прекратите! Ничтожество. И вы называете себя троллями. Мне за вас стыдно. Прости, папа. Прости. Этого больше не повторится. Последний раз я вас выручаю из беды. Папа, сними волшебные туфли. Я как-нибудь сам разберусь. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, что в этой стране нужны только такие люди, как я, которые за гроши вкалывают на шести работах, разрываются на части и помалкивают. Еще 10-15 лет, и демократии в этой стране конец. Точнее, гуманному обществу, где люди помогают друг другу. Нам конец, мы пропали. Ребрышки для шашлыка лежат сверху на микроволновке.
Тони, я уже полчаса вызываю лифт. Я думал, ты его починил. Да, сэр, но его опять сломали. Заканчивай с этим побыстрее. Тебе нужно проверить котельную, а то мы скоро все сойдем с ума. В трубах сплошной воздух. Нужно слить воду во всей системе. Да, сэр, я только устраню протечку в 9-й квартире и сразу этим займусь. Тони, я вот что тебе скажу. Огромное количество людей мечтают занять твое место. Огромное количество людей. Да, сэр. Слить воду. Я бы слил всю его систему. Пока, папа. Пока. Да, послушай. Не езди через парк. Обещаешь? Хорошо. Ты взяла плащ? Ты простудишься. А что ты мне оставила на обед? Постойте. Идите ко мне. Отделение строгого режима для особо опасных преступников. Да, просто изумительно. А где красивые ковровые дорожки? Я уверен, они не могли забыть о вашем визите, Ваше Величество. Проклятие эльфов. Да, ты прав. Строгий режим. Нам нельзя здесь находиться. Папа, сюда никому нельзя входить. Они здесь содержат королеву. Общаться с заключенными категорически запрещается. Папа, зря мы это делаем. Проход запрещен. Оставить еду здесь. Никакой еды. Не надо, папа. Папа, куда ты собрался? Это же ловушка. Нет, папа, не надо. Папа, не ходи, это ловушка. Папа, нет, нет. Откройте дверь. И вы получите все, что пожелаете. Джайлз? 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 Никаких посетителей и торговцев. Есть здесь кто? Джайлз? Джайлз. Здравствуй, принц. Ты не ушибся? Познакомься с моей сестричкой. Теперь я с ним разделаюсь. Нет, я первый. Нет, я. Нет, я первый. Я всегда начинаю первым. Я первая. Замолчите. Ты проделал дальний путь, Вендел. Тебе придется какое-то время провести здесь, мой глупый маленький сыночек. Ты за это заплатишь. Ну что ты? Скорее, ты будешь выпрашивать еду у моих ног. Ты знаешь, кто это? Это очень непростая собака. Это волшебная собака. Надеюсь, ты любишь собак, Вендел, потому что теперь ты до конца своих дней останешься с собакой. Иди ко мне, принц Вендел. Зачем же ты лаешь на людей? Держите его. Поймайте его, приведите ко мне. Живым. Мы его поймаем. Ему не уйти. Ему некуда бежать, мы же в тюрьме. Ну как, ваше высочество? Как вы себя находите? Где?
Где он? Куда подевался мой хвост? Мне кажется, что в определенном возрасте ты начинаешь понимать, что ничего необычного с тобой уже не произойдет. Возможно, это и к лучшему. Наверное, некоторым людям суждена тихая и неприметная жизнь. Эй, выпустите нас! Выпустите нас! Дай нам еды. Мы ничего не ели со вчерашнего дня. Выпустите нас. Дай нам ключи. Выпусти нас. Выпусти нас, пожалуйста. Здравствуйте. Кто ты? Всего лишь славный малый, несправедливо посаженный в тюрьму. Не заставляй меня спрашивать дважды. Я... наполовину волк. Я выпущу тебя на свободу, если ты согласишься стать моим верным слугой. О, завтрак, обед и ужин. Я твой верный волк. Верность — это моя вторая натура. Я превратила принца Венделла в собак. Хорошая идея. Найди его, опередив троллей. Тролли? Постой. Отдай мне свою волю. Стань моим, чтобы я могла управлять тобой. Ты все понял? Да. Что здесь происходит? Проклятие эльфов. Где мы? Вы только посмотрите. Это не 9 королевств. Мы попали в волшебную страну. Посмотрите на эти огни. Наверное, там горят тысячи свечей. Может быть, захватим это королевство? Потрясающая мысль. Надо прибрать его, пока нас никто не опередил. Отныне все эти земли и ее обитатели будут принадлежать троллям. И мы назовем эту страну... Мы ее... Как мы ее назовем? 10-е королевство. 10-е королевство. За месяц я уничтожу оплот Белоснежки. Я захвачу замок Венделла и его королевство. За то, что ты освободил меня, я подарю тебе половину его королевства. Половину 4-го королевства? Оно огромно. Какой у тебя план? Разреши мне с помощью твоих детей поймать принца. Это все?
И, разумеется, никому не говори о том, что ты видел здесь. Я смогу сам выбрать свою половину королевства. Господи. Надо же, я задавила его. Ты живой? Прости меня. Где твой хозяин? Почему на тебе нет ошейника? Пойдем-ка отсюда поскорей. О! Привет. Мой кошелек. Ну надо же. Смотрите, это не из кожи. У них что, нет приличных башмаков? А это еще что? О! Волшебство! Нет, нет. Нет, Вирджиния. Уходим отсюда. Вон. Там явно что-то произошло. Взгляни-ка, взгляни. Собачья шерсть. Из телячьей кожи красивый, новенький. Случай находки, просьба вернуть Вирджинии Льюис. 81 из стрит, дом 2, квартира 2006. 81 улица? Да, здесь так написано. Уходим. Да-да, пошли, пошли. Скорее. Мясо. Привет. Где ты была? Мне пришлось тебя прикрывать. Спасибо. Что с тобой? У тебя лоб в крови. Я разбила велосипед, потеряла кошелек, но зато нашла нового парня. Добро пожаловать. Я сбила его велосипедом, но, кажется, он не пострадал и не поранился. А как его зовут? На нем не было ошейника. Ну-ка посмотрим. Ты как настоящий принц, да? Правда? Здравствуй, принц. Привет. Как вкусно. Вспомни, зачем ты здесь. Найти принца, найти принца. Но волк тоже должен есть, верно? Нельзя работать на пустой желудок. Пахнет собакой. Вы представляете? Соединим приятное с полезным. Значит так, ты остаешься здесь, а я буду к тебе заходить. И не шуми, не то меня уволят из-за тебя. Тише. Тихо. Или я выгоню тебя на улицу. Наше фирменное блюдо – баранина. Баранина. Надеюсь, это недавно родившийся барашек, молодой и сочный, который весело резвится на полянке, размахивая своей мягкой шерсткой. Перестань, ну-ка. Возьми себя в руки. Пастушка, скорее всего, не следит за стадом. Она мирно спит. Ох, эти маленькие девочки. Но я не съем ее. Если мне достанется филе барашка или порция жирных отбивных... Я не алчный, то есть я алчный. Не знаю, как это я так выразился. У меня зверский аппетит. Я настоящий живоглот. That's me.
Проклятие эльфов! Нам подали карету! Это для нас. Итак, что вы выбрали? Нет, готовить совсем не обязательно. Я имею в виду достаточно, чтобы он со страхом посмотрел на жаровню, и можете подавать его сюда. Никакой картошки, никаких овощей, только мясо. Красное, как девичий румянец. Простите, я не расслышала. Мне кувшин маргариты, диет, колу и два пива. А моей жене? Простите, я сейчас... Ей двойной... Но все, придется тебя выгнать. Ладно. Ладно, Кенди, это очень смешно. Выходи. Значит, это ты написал? Алай, один раз. Теперь два раза. Итак, вы заказали баранину и 6 стаканов теплого молока. Да. Ой, чуть не забыл. Мне нужна одна симпатичная девушка, которая нашла мою собаку. Так это ваша собака. Я скажу Вирджинии, чтобы она к вам подошла. Значит, ты понимаешь все, что я говорю? Тише. А кому грозит опасность? Нам обоим? Подожди. Вам сюда нельзя. Вероятно, она пошла домой. Наверное, она ушиблась при падении. Моя бедная колбаска. Скажи мне, где она живет, я смогу ее найти. Я не могу сказать вам ее адрес, ведь я вас совсем не знаю. Нет, ты можешь. А вот и мой дом. Теперь уходи. Ну ладно, можешь остаться на одну ночь, но затем ты уходишь. Я сошла с ума. Как можно разговаривать с собакой? Не надо меня успокаивать. Это соседка, миссис Грейвс. Ее муж и их сын Эрик. Что с ними случилось? Подожди здесь. Тихо. Подожди, я проверю отца. Очнись. Что скажешь? Смотри, я нашел. Мягчайшая кожа. Прекрасные. Давай-ка повернись.
Привет, девчонка. Почему ты так плохо следишь за обувью? Они все стоптаны, неухоженные. Безобразие. У тебя есть отличные башмаки, только очень маленькие. Дома у нас сотни пар. Мы в этом толк понимаем. Кто вы? И что вы сделали с моим отцом? Он просто спит. Мы оглушили его волшебным порошком. Каким порошком? Я тролль-силач. Ужас всего девятого королевства. А я тролль-красотка. Страх всего девятого королевства. А я тролль-пустозвон. Гроза всего девятого королевства. А теперь говори, где он. Я не понимаю, о чем вы. Где принц Вендел? Собака! Считаем до трех и превращаем тебя в пару башмаков. Один. Я отрежу кусок кожи. Два. Я вырежу форму башмака. Три. Я сошью швы. Хорошо, хорошо. Хорошо, я все вам скажу. Он там. Он ждет снаружи. Там, там. Веди нас к нему. Где он? Он прячется. Вон за той дверью. Только что здесь не было этой комнаты. Ты хитрая. Здесь никого нет! Он здесь, здесь. Я открою потайную дверь и покажу вам, где он прячется. Нет. Это ловушка. Открой, открой дверь! Ой-ой. Чёртовы эльфы. Скорей, бежим отсюда. С отцом все будет в порядке. Что вам надо? Уходите. Добрый вечер. Вижу, что тролли первыми успели вас посетить. Неважно. Сегодня я, только сегодня я могу сделать вам уникальное предложение под названием «Конец всем личным и финансовым проблемам». Еще один шаг, и я вызываю полицию. Здесь территория частной собственности. По условиям предложения, в обмен на информацию о местонахождении вашей дочери, я подарю вам этот... волшебный боб. Если его съесть, исполнится 6 ваших сокровенных желаний. Это она? Не может быть. Что это значит? Она такая сочная, пухленькая и спелая девочка. Вкусная и аппетитная. Вспоминая наше прекрасное прошлое, я скажу, что это худшее из заклятий, с которым мы сталкивались. У нас случались неудачи, но не такие. Она оказалась могучей ведьмой, эта девчонка. Мне кажется, мы угодили к ней в карман. Что? Я думаю, она нас уменьшила и засунула в коробок спичек в своем кармане. Не смеши меня. Ты пал духом. Давай-ка встряхнись. Как мы могли попасть в коробок спичек, идиот? Тогда где остальные спички?
Что делает эта чертовщина? Шесть сокровенных желаний. Представь все, о чем ты мечтаешь. Глядя на твое скромное жилище, я уверен, ты многое хотел бы изменить. Да. Нет. Уходи-ка ты из моей квартиры. Ладно, это ведь шутка. Нет, обычная сделка с несколькими желаниями. Шесть желаний. Нельзя повторять уже загаданное. Нельзя загадывать пять желаний или тысячу. Давай. Это честная сделка. Говори, где твоя любимая доченька? А что тебе от нее нужно? Всего лишь вернуть мою собачку, которую она нашла. Собаку. Еще у меня есть подарок, который я хочу вручить ей лично. Если она не на работе, значит, она у моей тещи. Та всегда пытается настроить Вирджинию против меня. А ваша теща любит цветы. Она любит деньги. Единственное, что она ценит. Адрес, пожалуйста. Приятно было познакомиться. Подожди, а долго это действует? Не волнуйтесь, тяжело только первые три часа. Говоришь любое желание. Ладно. Первое мое желание. Привет. Кто там? Это я, бабушка. Привет. А я решила, что это пришла твоя мать. Прости, что разочаровала тебя. Можно мне переночевать у тебя сегодня? Знаешь, когда-нибудь она вернется. Вот так же влетит в дом без звонка. Как ты думаешь, может быть, она в Аспене? Она всегда любила снег. Мне кажется, она бы уже вернулась. 14 лет — слишком большой срок для катания на лыжах. Не будь мелочной, дорогая. Господи, а это что такое? Бездомный пес, которого я подобрала. Держи его подальше от Роланда. У него наверняка блохи. У тебя есть блохи или нет? Ну, тише. Тише. Спасибо. А знаешь, ты все еще можешь занять приличное место в обществе. У меня сохранились связи. Дебют твоей матери в Ритц-Карлтон стал триумфом. В 19 лет она могла заполучить любого холостяка в Нью-Йорке. А кого она выбрала? Папу. Папу. Не загуби свою жизнь, как это сделала она. Я вижу, что все повторяется снова. Ты официант. Какой кошмар. А с кем ты встречаешься? Небось, с каким-нибудь помощником повара? Нет. Разумеется, ты так и не починил водопровод, как обещал. Я это ожидал, но такое... Я могу... Я объясню все, что произошло. Я сейчас же этим займусь, мистер Мюррей. Нет, это я сейчас же этим займусь. Я хочу, чтобы ты и твоя дочь сегодня же освободили квартиру. Ты уволен. Я уволен. Нет, пожалуйста, мистер Мюррей. Ты жалкий мерзавец. Хочу, чтобы ты и твое семейство целовали мне задницу и стали моими вечными рабами. Что ты сейчас сказал? О,
хозяин. Сколько может действовать это заклятие? Думаю, недолго. Лет 100? Не больше. Ну, может быть, и 50. Тогда нам надо смириться с нашим заключением и постараться друг друга не съесть. Правильно, правильно. Надо потерпеть 100 лет. И если нам повезет, мы отсидим всего 2/3 срока и выйдем на свободу пораньше. Правильно? Должно быть, я ошибся. Приношу свои извинения. Я ищу бабушку Вирджинии. Это я. Не может быть. Я старшая сестра, но еще мать. Но только не бабушка. Да вы что? Вы такая красавица. Перестаньте. Я еще даже не успела накраситься. Можно мне войти? Я хотел передать цветы. Можно, а вы кто? Я жених Вирджинии, моей помолвленной. Помолвленной? Но она мне ничего не говорит. Как это на нее похоже, сама скромность. Другие девушки стали бы хвастаться помолвкой с богатым наследником, но не Вирджиния. Конечно. Заходите. Я только что... Я переоденусь. Идите, переодевайтесь. Ладно, ладно. Ну хорошо. Обеспечь меня нескончаемым запасом пива. Всего две? И ты хочешь сказать, что на это можно разгуляться? Мирей, 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 ты должен это увидеть. Там, в холодильнике. Что ты делаешь? Мне показалось, что они недостаточно чистые, хозяин. Можно мне еще раз их вылизать? Покажи мне язык. Ладно, еще 5 минут. Ну что, мать, справляешься с дверью? Да-да, почти. Уже почти все готово, хозяин. Торопись. Нет, нет, стой. Одного раза достаточно. Откройте ее для меня. Что же мне еще пожелать? Я хочу. Хочу, чтобы у меня было то, что само убирает квартиру, и при этом не надо шевелить даже пальцем. Убирай. Нужно убрать пыль, нужно убрать пыль. Здесь повсюду пыль. О, а тут еще больше. Вот я такой плохой. Неужели я на это способен? И все же. Я полагаю, что с картошечкой вы будете лучше смотреться. Где у вас чеснок? А розмарин? О, чем мне приходится работать с какой-то сушеной травой? Черт, вы не помещаетесь в духовке. Да, целиком не получится. Что же я делаю? Мне нужно отвязать вас, бедную старушку, обезумевшую от страха. Нужно вас отвязать. Но сперва я растоплю кусок сала на поддоне. Бабушка! О, нет, гости уже встали, а завтрак еще не готов.
Бабушка! Сюда, дорогая. Бабушка! Сюда, дорогая. Доброе утро. Ты на завтрак будешь кофе или тосты? Ну... Что с тобой? Ты простудилась? Бабушка! Сюрприз! О, боже, как ты хороша! Ты миллион раз лучше своей фотографии. О, нет. Как ты здесь оказалась? Нет, 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 о, нет. Кстати, а где собака? Небось, дрыхнет, как все эти принцы. О, ты потрясающе пахнешь. Я уже улавливал дуновение твоего аромата. Вирджиния, но воплоти. Духи не для меня. Я отдаю предпочтение смелым женщинам, которые не боятся собственного аромата. А ты, ты, Вирджиния, ты пахнешь, как воскресный обед. Не подходи ко мне. Красивые глаза, прекрасные зубы. И все остальное просто безупречно. Нет никаких сомнений, я влюбился. Я могу успокоить тебя. Теперь, когда я увидел тебя, я уже ни за что на свете не съем тебя. Я знаю, для тебя это как гром среди ясного неба, но как насчет свидания? Да, начало у нас не клеится, но я один в этом виноват. Ну, пожалуйста, дай нам шанс. О, ты такая подвижная леди, вне всяких сомнений. Брось с дороги, брось с дороги. Нет, нет, все хорошо, все замечательно. Спасибо, достаточно. Уходите. Займитесь чем-нибудь другим. Нет, нет, встань. Ты сегодня уже три раза целовал меня. Позволь мне еще раз, хозяин. Нет. Пойди и приберись. Это уже смешно. Хозяин, мой драгоценный хозяин, у моей жены для вас сюрприз. Правда? Ладно, мы поговорим. А ты сходи и принеси мне пиво. Слушай, хозяин. Это часы моего мужа. Rolex Oyster из чистого золота. Ты уверена, что это не дешевая подделка? Ну что ты, хозяин? Я купила их мужу на 40-летие, но теперь они ваши. Все наше имущество теперь ваше. Мюррей, я хочу прогуляться с твоей женой и купить ей нижнее белье. Конечно, хозяин, распоряжайтесь. Хозяин, мне кажется, кто-то застрял в лифте. Я слышала голоса и какой-то странный стук. Не знаю, заметили ли вы, но я уже не мистер Самоделкин. Поэтому забудьте про свое богатство и чините его сами. Ну, конечно. Кажется, нам нужны деньги на карманные расходы. Джин, как насчет миллиона долларов? Да, я богач, я богач. Поздоровайтесь с папочкой. Ты
Вам чем-нибудь помочь? Я очень надеюсь. Я в такой растерянности. Вы должны быть от Пола. Он сказал, что вы зайдете ко мне на прием. Скажите, что я здесь делаю? Давайте поближе познакомимся, прежде чем перейти к сложным вопросам. Да, сложные вопросы. Итак, я буду называть вам слова, а вы говорите мне первое, что придет вам в голову. Хорошо, я готов. Поехали. Дом. Еда. Трус. Цыпленок. Свадьба. Пирог. Покойник. Мясо. Сексуальный. Аппетит. Любовь. Съесть кого-нибудь пушистенького. Простите, это больше одного слова. Начнем заново. Мира, это же смешно. Стойте. Пусть вот тут все, кроме твоей жены. Я не знал, что у тебя так много родственников. Разумеется, хозяин. Мусор. Можешь идти. Всего одну минуту. Я хочу выразить почтение хозяину. Только не это. Но прекрати. Эй, остановись. Что ты делаешь? Остановись. Зачем мусор? Зачем мусор? Наверх, блокировать выходы. Вперед. Быстрее. Я не мог его остановить, хозяин. Спасибо, хозяин. Я пытался. Постойте, хозяин. Подождите. Хозяин. Подождите. Пожалуйста, уходите. Уходите, прошу вас. Пожалуйста. Подождите, в чем дело? Что происходит? Что я сделал? Вон, смотрите, награбленные деньги. Нет, погодите. Я нашел их у себя на пороге. Весь день я был в квартире, эти люди могут подтвердить, верно? Вы подтвердите? Да, хозяин. Я весь день никуда не выходил. Пил пиво с друзьями. Знаете, мне кажется, что вы чего-то не договариваете. Что вас больше всего беспокоит? Ладно, хорошо. Доктор, я познакомился с потрясающей девушкой, и она очень мне понравилась. Но проблема в том... Говорите. Но я не знаю, чего я больше хочу. Любить ее или съесть ее? Да. Конечно, виноваты мои родители. Они были ужасны. Они ели, не переставая. Каждый день, возвращаясь из школы, я тоже ел того, этого. Но вы не должны винить себя. Нет, должен. Я очень плохой. Я совершил столько ужасного. Но это был не я. Я это делал, когда превращался в волка. Доктор, я хочу исправиться. Я хочу стать хорошим человеком. Разве не может лев мирно обнимать ягненка? Разве не может леопард избавиться от своих пятен? Вот это место, где я нашла тебя. Давай отсюда теперь каждый пойдет своей дорогой. Знаешь, я не любительница приключений. Понимаешь, я официантка. Это мое дело. Кто бы ни были те люди, они все равно поймают тебя. Нет, мне нужно идти. Прощай, я ухожу. Oh,
Вот список литературы, который я настоятельно вам рекомендую. Хорошо. Вы придете ко мне на будущей неделе. Вы не понимаете, на будущей неделе меня уже не будет. Вам не запугать меня угрозами самоубийства. Если вы согласитесь сотрудничать и сообщите имя торговца, я замолвлю за вас словечко. Какой торговец? Я не принимаю наркотики. А вы не помните, как похищали деньги, потому что находились под действием волшебных грибов. Волшебных грибов? Нет, все было не так. Я проглотил этот боб, но... Хозяин, я почти починила лифт. Мы разрушим ее чары. Верьте мне, разрушим. Я тебе верю. Я верю еще больше. Нет. Я верю больше. Нет, я. Нет, я. А я говорю, что я. Перестаньте, хватит. Что это? Ой. Мы движемся. Спускаемся вниз. Это хорошо или плохо? Сейчас мы попадем в ад. Приготовьтесь. Это никакой не ад, идиот. Мы отсюда вошли. Вот так волшебство. Как же ей это удалось? Чёртовы эльфы, уходим. Простите, мне нужно все, что указано в этом списке, плюс то, что вы сочтете полезным, мисс. Большое спасибо. Если мой план увенчается успехом, я приглашу вас к себе на свадьбу. Это мое, и это тоже мое. Эй, может, мы как-то договоримся? Я могу вам дать все, что вы захотите, все, что угодно. Я говорю серьезно. Дом в Хэмптоне, корабли, машины, женщин. Все, что захотите. Пытаясь нас подкупить, ты только хуже себе делаешь. Ладно, тогда мне нечего терять. Хочу немедленно спастись из этой полицейской машины. Крис, тормоза отказали. Как жениться на женщине твоей мечты? Это как раз то, что мне нужно. Боже! Он вооружен, остановите его! Держите его, он уходит! Держите! Спасибо вам! Подождите, но вы же не заплатили! Послушай, я не могу тебе помочь, потому что я не знаю, откуда ты. Нет, нет, это действительно так. Уходи, уходи, прошу тебя. Удачи тебе. Я этого не делал. Дэд? Папа? Вирджиния. Папа? Ты не поверишь, что со мной случилось? Можешь не рассказывать. Бежим. Рассредоточиться. Это собака, которую ищет тот парень? Папа, я не уверена, что это собака. Он пытается мне что-то сказать или что-то сообщить, но я не понимаю, что он говорит. Пытается что-то сказать? Да. Ладно, смотри. Хочу понимать все, что говорит эта собака. Что? Вам угрожает страшная опасность. Получилось. Получилось. Если вам дорога жизнь, делайте, что я вам буду говорить. Папа. Тише. Что? Нам нужно найти дорогу назад. Он говорит, ты его не понимаешь. Прячься. Скорей. Why
Папа, почему полицейские ищут тебя? Почему на тебе наручники? Они думают, что я ограбил банк. Что? Я потом объясню. Хватит болтать, лучше помогите мне найти волшебное зеркало. Это зеркало, но с этой стороны оно выглядит иначе. Вам нужно очень внимательно смотреть. Мы ищем волшебное зеркало. Разумеется. Ищите что-то необычное. Я уверен, оно где-то здесь. Смотрите. Куда? Да вот оно. Как странно. Вот они! Если вам дорога жизнь, за мной. Что? Бежим. Бежим. Где это мы? Не знаю. Но уверена, что это не центральный парк. Идите за мной. Собака говорит, чтобы мы шли за ней. Скорее! Что с ними произошло? То же, что и с тобой, старина. Усыпляющий порошок троллей. Похоже, его действие заканчивается. О чем говорит собака? Пошли. А что мы станем делать, когда у нас будет свое королевство? Я знаю, знаю. У нас будут слуги. Тысячи и тысячи слуг будут полировать наши башмаки. Папа, пойдем домой. Нет, сейчас я не могу вернуться, пока полиция ищет меня и прочесывает центральный парк. Но мы не можем здесь оставаться. Я чувствую запах троллей. Тише, он говорит, что чувствует троллей. Мы будем устраивать балы, на которых обувь будут переодевать по 6 раз в час. А любому, у кого будут грязные башмаки, мы будем зашивать рот. Теперь можно идти, за мной. Нет, подожди. Мы не можем идти за тобой. Где мы? Мы в самой южной части моего королевства. На меня напала моя мачеха и превратила в собаку. Это государственная тюрьма Белоснежки, где содержат самых опасных преступников всех 9 королевств. Так, не понял, чего 9 королевств? Я принц Вендел, внук покойной Белоснежки и будущий король 4-го королевства. А вы кто? Я Тони Льюис, дворник. Кажется, с моей дочкой Вирджинией ты уже знаком. Королевство троллей. Лес красной шапочки. Постой, минуточку. Ну что это значит? Ты что, Золушка, спящая красавица и прочие сказки? Золотой век был примерно 200 лет назад, когда упомянутые вами леди вершили историю. С тех пор многое изменилось. Счастье продолжалось не так долго, как все надеялись. Все правители королевств должны присутствовать на моей коронации. Некоторым предстоит преодолеть огромные расстояния. Королевства обширны. Мы пересекаем их границы только по особым случаям. Скажи, а кто эта мачеха, превратившая тебя в собаку? Она самая опасная и злая из всех женщин. Прямо как моя теща. Мы не можем весь день сидеть здесь и разговаривать. Мы должны найти темницу моей мачехи. Пошли. Вирджиния, мы должны идти за ним. Пошли. Смотрите, вот собачья миска на полу. Теперь эта собака получила мое тело.
Как это возмутительно. Здесь как-то странно. Она отравила мою мать и моего отца. И пыталась убить меня. В общем, она отравила его папу с мамой и пыталась его убить. Что с тобой? Мне здесь не нравится. Ты в порядке? Пожалуй, я лучше подожду снаружи. Здесь были тролли. Только никуда не уходи, хорошо? Постой возле двери. Вирджиния! Вирджиния! Принц! Принц! Я не боюсь, просто люди не должны видеть меня в образе собаки. Меня это так смущает. Да мне плевать на то, что ты стал собакой. Вирджиния! Вирджиния! Где же они? Я знала, что никогда ничего нельзя поручать троллям. Поосторожнее выражение. Только благодаря мне ты сейчас на свободе. Конечно, Ваше Величество. Я вам буду всегда благодарна за это, но я не могу здесь больше оставаться. Никто не должен видеть принца таким. Твои дети вернут мне собаку. Я тебе не лакей. Я шутник, король троллей. Хорошенько это запомни. Разумеется, Ваше Величество. Я вас щедро вознагражу половиной королевства Вендала. А когда я смогу его получить? Скоро. Но сейчас мне нужно ехать. Я и так слишком долго здесь задержалась. Садись! Куда ты уезжаешь? Тебе негде спрятаться. Когда обнаружат, что ты сбежала, по всем дорогам выставят посты, будут обыскивать каждый дом и каждую карету. Не каждую. Может, нам все-таки вернуться за собакой? Мы не можем. Усыпляющий порошок действует недолго. Постойте, слышите? Они просыпаются. Надо бежать отсюда. Но королева будет разгневана. Да пошла подальше на эту королеву. Мы захватили ведьму из 10-го королевства. Надо рассказать папе. А отец ведьмы, вдруг он великий маг? Он в наручниках. Скорее, он просто великий идиот. Хотел бы я видеть начальника тюрьмы, когда он обнаружит его в камере королевы. Что вы делаете? Я не хочу. Это какая-то магия. Мы с ребятами проспали весь день. Мы обыскали каждый сантиметр тюрьмы. Королевы нигде нет, сэр. Я 12 лет руковожу этой тюрьмой. При мне еще ни один заключенный не совершил побег. Впечатляющий послужной список. Ни при каких обстоятельствах не говори им, что я принц. Почему? Говори, когда тебя спросят. Потому что королева задумала чудовищный план. Мое королевство в страшной опасности. Никто не должен знать, что я беспомощен. Ладно. Говори, где королева? Я хочу попасть домой. Я хочу сейчас же оказаться с Вирджинией в нашей нью-йоркской квартире. Похоже, ничего у тебя не выйдет. Энтони, неужели ты глотал драконий кал? Ты болван. Кажется, я израсходовал все свои желания. Как удалось сбежать королеве? Говорю вам, я понятия не имею, а почему ты оказался запертым в ее камере? Я невинная жертва. Ни разу в жизни у меня не было проблем с полицией. Тогда почему на тебе наручники? Меня обвинили в вооруженном ограблении. Но здесь я тоже совершенно ни при чем. Продолжай в том же духе, Энтони. У тебя отлично получается. Послушайте, я из другого измерения. Меня привела сюда эта собака, которая на самом деле принц Вендел. Я же просил тебя не говорить. Принц Вендел. Знаешь, я могу сделать так, что в ближайшие 100 лет ты будешь зубами дробить камни. Я клянусь, это правда. Это собака королева. Ей разрешили 3 года держать ее в камере. Ты что, издеваешься надо мной? Что, я говорю правду? Ладно, я вам докажу. Залай один раз, если я говорю правду. Залай. Я не собираюсь лаять, Энтони.
Он просто упрямится. Послушайте, немедленно отпустите меня. Мою дочь похитили тролли. Хватит. Ничего, я выбью из тебя правду. Стражник, снять с него наручники, переодеть в тюремную форму и поместить... Да, запри его в одной камере с карликом-желудем и гоблином сморщенное лицо. Сморщенное лицо? Я не хочу сидеть в камере с каким-то уродом. Где моя дочь? А как быть с собакой королевы? Мы ее ликвидируем. Сегодня за ужином я подсыплю ей крысиного яда, пищу, а завтра брошу в топку. Ты слышал? Энтони, ты слышал? Ты должен меня освободить. Ты обязан это сделать. Садимся в лодку. Вон в ту. Вон в ту. Это моя лодка. Нет, это я нашла. А я. Сматывайся отсюда, быстро. Ну давай же, быстрее. Твоя средняя койка. За что тебя посадили? Ну, я совершил достаточно серьезное ограбление банка. Пара человек пострадали. Так что вот. А ты? Разбойное нападение. При отягчающих обстоятельствах. Меня зовут Желудь. У тебя есть что-нибудь металлическое? Ножи? Вилки? Крючки? Извини, нет. Если тебя зарежут, прибереги для меня ножик. Хорошо. Тебе нравится резьба? Если только не по телу. Смотри, что я делаю. У тебя настоящий талант. Я гоблин. Меня зовут Сморщенное лицо. А я Тони. А тебя за что посадили? За резьбу. Ты будешь со мной дружить? А что для этого требуется? Греби, греби сильнее. Я гребу. Подождите, я уверен, принц Вендел прибудет с минуты на минуту, чтобы принять трон для своей коронации, над которым наши мастера без устали трудились последние 2 года. Он точно не приедет. Не приедет? Без паники. Я уверен, что он задержался по очень серьезной причине. Ужасная новость. Из тюрьмы совершен побег. Сбежала сама королева. Королева? Королева. Выставить посты на дорогах. Ее нужно поймать, иначе всем нам конец. Замечательная новость. Сюда едет принц Вендел. Слава богу. Он скажет, что нужно делать. Добро пожаловать, Ваше Величество!
есть они. Я здесь. Я за этой дверью. Как ты узнал, что это я? По запаху, который ни с каким другим не спутаешь. Что ты делаешь? Натираю пол. А ты что думал? У тебя есть кусок мыла? Да. Ты что, хочешь помыться? Нет. Стой там. Никуда не уходи. Принц! Это ключ со связки начальника тюрьмы. Сделай отпечаток на куске мыла. Он может в любую минуту вернуться. Готово. Здесь пятно очень плохо оттирается, сэр. Кажется, она просыпается. С добрым утром. Служить принцу Венделу, доброму и храброму монарху, и клянемся исправиться, чтобы все могли жить долго и счастливо. Что это за бурда? Похлебка из стеблей бобов. Вареные бобы? Стебли бобов. Господи, это невозможно есть. По вкусу, как старый матрас. Нет, у старого матраса сладковатый мясной вкус. И часто здесь такое дают? 3 раза в день. А это бобовый сок. К нему тоже нужно привыкнуть. Послушайте. Я хочу кое с кем поговорить. Мне нужно сделать небольшое дельце. Например, ну, скажем, достать маленький кусочек железа. К кому мне нужно обратиться? Кто у вас здесь самый крутой? Если тебе нужно что-то купить, продать, взять взаймы или еще что-то, обращайся к зубному эльфу. К кому? К тюремному дантисту. Да. Как мне к нему попасть? Это запросто. Правда? Привет. Это никуда не годится. Нужно удалить все до единого. Как это удалить? Вы даже не заглянули мне в рот. Сядь. Я... Вот сюда. Хочешь конфетку? Что? Вы же дантист, вы не должны раздавать людям конфеты. Почему? От них портятся зубы. Ерунда. Это не ерунда. Извини, кто здесь зубодер? Ты или я? Но я всего лишь... Что вы делаете? Стягиваю тебя ремнями. Ремнями? Зачем? Это для комфорта. 3 основные причины приводят к кариесу. 1. Плохая диета. 2. Когда не чистят зубы. И 3. Злые эльфы.
Знаете, пожалуй, я могу... Дай-ка мне... Болит? Отлично. А если вот так... Подождите. Нет. Гнилой зуб. Кажется, не волнуйся. У меня есть целый мешок волшебных зубов. Какие еще зубы? Я пришел к вам за помощью. За помощью? Да. Мне нужно изготовить вот такой ключ. Вот. А сколько это будет стоить? Видите? Часы. Ручной работы. Стрелки двигаются и показывают время. Очень затейливые. Всего лишь часы. Это Rolex. Из чистого золота. Надеюсь, это не дешевая подделка. Нет, ну что вы. Смотрите, карета принца Вендела. Поднимай шлагбаум. Вы говорите, он проехал через весь Бинтаун без остановок? Это было в среду, лорд-канцлер. С тех пор его нигде не видели. Тронных дел мастера в бешенстве, они грозят бойкотировать коронацию. Это так не похоже на принца, никому ничего не сообщит. Быть может, он нервничает из-за коронации? Я уверен, он скоро объявится. Не забывайте, что дьявольская королева вырвалась на свободу. Где Вендел? Куда он пропал в тот час, когда его королевство так нуждается в нем? Да, дела очень плохи. Ужасно. Просто чудовище. И все же, я надеюсь, что в итоге все закончится благополучно и счастливо. Разумеется. Теперь поговорим о настоящем кризисе. В нашем королевстве дефицит синих колокольчиков. Теперь мне придется менять всю мою цветовую гамму коронации. Она просыпается. Свяжем ее. Ой! Ой, боже мой! О, Боже! Отныне ты пленница беспощадных троллей. Жестоких. И безжалостных. Какие маленькие ножки, такие миленькие. Кто правит твоим королевством? Королевством? Ну, кто у вас самый главный? Президент! Вендел хотел набрать войско в твоем королевстве, чтобы напасть на нас. Да нет, ну что вы, нет! Мы будем долго пытать тебя. Я скажу вам все, что вы захотите. Сначала пытки, а потом уже разговоры. Обычно так лучше получается. Главное, это пытка. Папа пришел. Папа, почему ты постоянно ходишь в этих туфлях? Потому что в них я всесилен. Я могу править миром. Пожалуйста, папа, сними эти туфли. Где вы были? Вы пропали на весь день. А это кто? Вы должны были привести собаку. К черту эту собаку, папа. Мы открыли неизвестное королевство. Легендарное десятое королевство. То, о котором рассказывалось в легендах. Хватит врать, нет никакого десятого королевства. А как же она, эта ведьма, заточила нас в спичечный коробок? Вас взяли в плен? Это... девчонка? Она ведьма. Сколько ее солдат вы убили, прежде чем вас взяли в плен? Ни одного. Ни один не выжил. Кого из вас выпороть первым? Папа, это правда. Взгляни на это. А?
Их зовут братья Джип. Песни поются о смертельной лихорадке, которая начинается по субботам. Да, королева рассказала мне далеко не всю правду. Принц, я достал ключ. Прекрасно. Начальник тюрьмы на кухне готовит мне очередной отравленный ужин. Скорее. Надо этим воспользоваться. Открывай дверь. Здесь есть запасная форма. Ты наденешь ее и выведешь меня из тюрьмы. Давай же, поторапливайся. Черт, ключ не подходит, он не поворачивается. Наверное, тебе очень нравится боль. Нет, вы не понимаете, я просто шел, споткнулся о кирпич и очутился здесь, перед вашей дверью, а затем нашел это. Вы не теряли ключ? Отвезти в подвал и сыпать на 50 ударов розгами живо. О, нет, нет, в этом нет необходимости. Я просто зашел узнать, нет ли у вас грязного белья. О, Энтони, пожалуйста, прости меня. Послушайте, я... Сюда, малыш. Иди ко мне. Иди скорей. Кушай. Это поможет тебе заснуть долгим, крепким сном. Пляши для меня. А когда ты закончишь танец, ты расскажешь мне, как завоевать твое королевство. Вы знаете, я не очень хорошо танцую. Правда? Ты запляшешь, когда я надену на тебя вот это. Разбудите меня, когда они раскалятся до красна. Прячь карету и приготовь комнату для принца. С возвращением домой. Мы так соскучились по вам, ваше величество. Кто это? Это мачеха, которая давным-давно с помощью яблока отравила Белоснежку. Когда-то она была самой могущественной женщиной всех 9 королевств. И это был один из ее 5 замков. А что с ней произошло? Когда ее поймали, на нее надели раскаленные на углях железные башмачки и заставили танцевать на свадьбе Белоснежки. Она ползла по снегу, еле передвигая своими окровавленными, обугленными ногами до ближайшего болота. Эта сломленная женщина когда-то была самой благородной из всех. Но она сохранила волшебные зеркала и нашла себе преемницу. Разумеется, ею оказалась я. Я завершу ее дело и навсегда уничтожу семью Белоснежки. Мне жаль тех болванов, что попадутся мне на пути. Скотт Коэн, Дэниел Лапейн, Джон Ларокет, Джимми Нейл, Эд О'Нейл, Диана Вист, Кимберли Уильямс и другие. Операторы Лоуренс Джонс и Крис Говард. Композитор Энн Дадли. Автор сценария Саймон Мур. Режиссеры Дэвид Карсон и Герберт Уайс.